Инвокер. Ну, я предлагал взять инвокера еще на прошлый пик. Он прям напрашивался здесь. Да, инвокер залетает. Мы видим, саркастическая улыбка у Лила. Типа, так, стоит ему этого делать. Но он будет пытаться. Он будет пытаться. Интересно, как он это будет делать? Так, вот так вот. Ану прогоняет. И теперь закликать Ану до смерти. Закликал. И убежать. Что ты делаешь? Там же много людей. Ты посмотри. 4 руны забирают Virtus.pro. Вот такого я не видел серьезно никогда. Просто график смотришь, что там проблемы у Соло. Грейвчилл он поймал, избивает его Джерекс. А здесь есть еще фиссура. А я отрезал с другой стороны, но Ноутейлу 2000 надо дать. И Соло парипайр, а Джерекс-то не догонит, по-моему. Догонит, у него же есть сапог. Да, у него есть сапог. Джерекс видит его, у Джерекса могут быть проблемы. Джерекс есть фиссура, получает дагер. Ну, тут должен погибать Джерекс, касочка залетела. Дал фиссуру и забирает фраг. No One. Есть первый фраг для команды Virtus.pro. Неплохо. Но самое главное, что заставили Джерекса сместиться в мид. В итоге намного проще на легкой линии. А она проблема у него. А она прогоняет под тавер. А она вызывает Форгида. А она проседает очень сильно. И второй фраг для No One. Даблкил. Великолепный выход от Лила. Ну и сам он должен. Это была как раз таки 5-я минута игры. Ноутейл спокойно отходит на шрайн. Отпивается на полную. Возвращается на линию. Тут санстрайк по Паше, не убивает Паша. Паша живой, ставит барды, закрывает. И вот тут же Соло, полетела касочка. Паша все-таки погибает, но размена не будет. В это время у нас без проблем убивают два героя Ана в миде. В нагу у нас на Ноутейла. Лил, Ноутейла проблемы. Рамзес, еще два удара надо скинуться. Арбуфином работает, Ноутейл пытается спрятаться. Развансил вокруг елки, Ноутейл! И заблокировал иллюзию, проходит Лилу. Лил до конца, Ноутейл дальше, мансит. Лил от Таура получает, Ноутейл! Красиво. Но на самом деле это подформить. Ночь. А пока героев мало, то стратегия предельно простая. Ставишь побольше вардиков. Так, Соло. Соло включил хил, и Джерексу надо быть поосторожнее. Ану очередной раз отправили в таверну. Пошел еще врыв на Джерекса. Ой, Сайленс, надо как-то постараться. No One есть дагер. Проблема у Джерекса, и два удара осталось добавить. Джерекс должен погибать. Да, погибает Джерекс. СПО, успеете что-то сделать с Лилом, ночи нет. Лил, нечем проесть. И Лил тут получает дэмэджа. Стопит его СПО. Лил, ну, Лил тут, скорее всего, останется навсегда. Вопрос в том, кто заберет фраг. И если это будет Ана, это будет не круто, но забирает СПО. Купить Мидас уже, вот я вижу, что поменял немножко свое мнение. Там уже артефакты на Power Thread стоят. Так, тут проблемы тем временем у Ноутейла. Пока мы смотрели повтор, Ноутейла забрали. Ноутейл дерется. Дерется теперь с пост Ноуаном. Санстрайк летит. Санстрайк никто не вступает. Ноуан уже отпился. Спот дает ультимейт. И добьет ли Ноуана? Нет, не добьет Ноуана. Тут же шейкер четверых застанил. Ну, 0-4 OG на данный момент за первых 10 минут игры. Книжечки появляются. Она умирает в соло от Нунчика. Ну, Нун сейчас может эту игру... Знает, что где-то здесь враг. Где-то здесь, не знает где точно. Вот он Флай, запрятался. Он защищает Ноутейла. Соло, первый, выбегает. Полетела касочка в Ноутейла. Флай пытается уйти. Фамильяры, как-то надо побить Соло. Тэп-аут делают. Соло сбивает телепорт. Пытается до конца драться с Ноутейлом. В Сайленсе никого не могут здесь OG убить. Так OG не пытались никого здесь убивать? Да. Они просто пытались убежать и хотя бы спасти одного героя. Но у Рамзеса уже достаточное количество дэмэджа, чтобы прокусить улетающего визажа. Паша в этом Рамзес побежал в форме, у Джерекса огромные проблемы, в Сайленсе он ничего не сделает, Джерекс моментально развалился, погоня за Нуваном, Рамзес за Ноутейлом, простите, Ноутейл пытается навалить по Соло, Соло он убивает, но сам, скорее всего, он останется здесь навсегда. Есть у него еще Сандер, но не поможет ему Сандер, конечно же, потому что слишком много людей вокруг, 2 в 1 потеряли Соло, 3 в 1, простите, добили еще Флая у нас, ну и Фамильяров постарается тоже расстрелять, продолжает сплитить, надо ВП, наверное, какие-то принимать решения, либо, ой-ой-ой-ой, как хорошо сделался, но One Ноутейл не ожидал этого, что пробьют его просто с лоу-граунда. Лил продолжает танковать. Ну, я не знаю, как его тут убивать. Кто-то летит туда драться с СФО, потому что СФО слишком занерген. Полетел туда Рамзес. Ну, а Т3-то не забрали. И на самом деле это... Да, Ноутейл не хочет выкупаться. У Джерекса нет... Соло успевает убежать. Пошла ночь от Лила. Будет заходить на хэкграунд. А Ноутейла прогоняет подальше отсюда. Пошла форма. Ультимейт Паши по двоим. У Аны проблемы. Ультимейт также у Нуана. Ану отгоняет подальше. Она должна погибать. Она погибает. Флайт тоже здесь погибает. Минус 2. Тут же 2 байбека сделали. Virtus.pro все живы. Возможно, отойдут, потому что были сделаны байбаки. Хотя, ну, на One Virtus.pro. Ну и вот он рядом Лил. Ну, в этот раз он с Аганимом. Все видит, а OG ничего не видят. И тут можно нападать. Нужен, правда, вижу на Ану. Ана поднимает себе ветра. Сайленс сбрасывает. Ну и что дальше? Успеет ли уйти Винвиз? Да, уходит Винвиз. А где Вижн? Вижн где? А Вижн погиб.
Ясно. Но в итоге они разбежались. А, рейнджевые бараки тоже упали. И Анакс дерется уже на базе. Джеракса все-таки должны здесь добивать. Да, Джеракс умирает, далековато все-таки пошел. Ану прогнали на топ-линии от Т3. Ну и в итоге Virtus.pro забрали бараки. И СПО погибает. Павел разбирается с Густавом, наказывает его за все эти у него. Но Ван запрыгнул на хайграунд. А, пока танкует Анна, там проблема у Анны, он умирает, есть у него байбек. Будет ли его делать? Да, придется, наверное, можно, делать. Можно выкупаться. Так, пошел Ноутейл, он по-прежнему без формы. 4 секунды до формы у Ноутейла, сейчас появится форма. Ноутейл дерется до конца. Ноутейл сейчас юзает метаморфоз и немножечко отойдет. Команда Virtus.pro, Т3 забрали, бараки волки догрызут. Да, догрызают оранжевой барак волки. И побежали убивать, собственно, СПО, который я вот здесь она переагрессировала, она после байбека. Хорошо, Джерекс двоих прыгнул. Соло не так легко его убить. Лил по-прежнему жив. Соло погибает вместе с Лилом. Паша делает тэп-аут отсюда. И неплохая ответка тоже. Так она догниет. После байбека инвокер отправляется в таверну на 85. Выбили первый шрайн. А, тут тем временем пытается Рамзес забрать бараки в миде, отвлекает игроков команды OG. По топу заходят тут же ребята из Virtus.pro. Т3 страдает очень сильно, Crimson Guard заюзан. Ноутейл не может двигаться, летает эти каски постоянно. Соло, скорее всего, горит. Фрикаделька на голову упала. Соло по-прежнему жив под Crimson Guard, хилится со всех сил. Соло погибает. Бараки на мид-линии упали. Т3 Тауэр на топе тоже, скорее всего, упадет. Она летает здесь в Еуле. Рамзес пытается. Рамзес есть сыр еще. А, все нормально у Рамзеса. Но Ванс БКБ гоняет Джерекса, гоняет Ану. Бараки на топе. Надо бить флай. Прогоняет здесь Пашу. Паша и тоже. Ой, торнадо по Паше. Паша может умереть. Сейчас Санстрайк приземляется. Паша погибает. OG отбивается. OG отбивается. Забрали двух героев. Варды бьют бараки. Но бараки приятный тут... момент. У Нотейла форма есть или нет? У Нотейла есть. Ну, Вану отдали сыр. Он восполняет себя полностью здоровье. Рамзес юзает форму. Так. Сейчас будет вызывать всех самонов. И, наверное, просто пойдут на бараки. Так, Нован на хайграунде. Погнали. Нован танчит. Пока поднимает себе ветра. Ноутейл вошел тоже в форму. Санстрайк. Нован питал себя. Нован дает ультимейт. Прыгает в толпу. Флай тут же просто-напросто все ультимейты полетели. Маледикты тоже там. Хороший бласт. Неплохо она отбивается, но не хватает этого дэмэджа. Сбривает Ноутейла. У него нет байбека. Отгоняет Флай. Флай, скорее всего, догорит там от Маледикта. Да, он догорает просто-напросто. Нован зарабатывает этот фраг. И два героя. Очень важных два героя в таверне. Отбиться просто будет невозможно. Нована убьют ли? Собьют ли ему этот суперстрик? Нет, не собьют. Не так все просто. У него еще Aegis of Immortal. Включает Нован, когда нужно, у него есть все, что надо. Она пытается уехать. А она еще один форстав подсейвили его. Фиссур залетает от Джерекса. Плюнули в Нован, он жив. Паша побежал дальше. Нован гонит. Нован гонит, гонит парней под базу. Нован забирает у нас Джерекса. Очередной фраг. Паша ультанул под фонтан, загоняет Virtus.pro команду OG. Ничего OG не могут сделать. Просто-напросто Лил бежит тоже там под фонтан. Каски летают. Нован продолжает дамажить, закрыли его. Нован, могут быть проблемы, могут гейм написали. Нован теряет только Aegis. Сейчас Соло умирает и падает трон после надписа. Надписи ГГ 32-12. Великолепная игра. Браво, Virtus.pro действительно очень хороший будет против Death Prophet. Да. Тут нет никакого лича в поддержку Марфу. Тут надо идти в лег, и мы понимаем, что как бы Соло будет жить в миде. Фармить Паше, но с другой стороны... С другой стороны, Анна, хоть в какой линии ты будь, Лил тебя везде. Ой-ой-ой, это Фарсблат. Это Фарсблат и зарабатывает. Показывает Джерекс какой-то новый перепул на Эрспирите. Правда, здесь не получилось все это сделать, потому что... Ой-ой, Анна, а вот Анна, приехала. Анна. Простите меня, но так нельзя. Вот нельзя так. Правильно закончилась одна из игр. DC 2-0 выиграли у HellRaiser. Тем временем драка. Паша едва живой. Она один удар сделает. Добивает Пашу. Отлично. Ну и у Флая проблемы. Лил попытается разменять. Еще один удар надо сделать Флаю. Вот она тычка. Но скорее всего будет дабл килл от Анны. Лил погибает. Дабл килл от Анны. Ищет тролля. Ищет второго. Да. То есть... Пятый уровень. Сент Кинг на сложной. Причем. СПО. Нет ультимейта. Ну и без шансов для СПО, конечно, здесь. Соло пытается цепануть Рамзеса. Цепанул. Хорошо. Рамзес дает клэп. Рамзес. Три человека его бьют. Здесь же Паша с ультимейтом вкатывается в Джерекса. Больно очень Джерексу. Выживает Рамзес, но Паша тоже не может убить никого. Ультимейт юзнул все-таки СПО. Пытается догнать Рамзеса до конца. Рамзес горит уже по таврам. Рамзес. И, скорее всего, догорит Рамзес. Мало дэмэджа. Все-таки у этих маленьких брюмастеренков.
но хватает. Минус один в ответочку. Эспо остается здесь один. У Паши есть подкоп, и скоро этот подкоп он будет юзать. Вот он подкоп, ответка от Virtus.pro довольно серьезная. Минус два, но one double kill, и Джеракс вынужден отсюда укатываться, потому что... Расхаживать по карте. Вот попытка напасть на Ноуана. Ой-ой-ой-ой-ой, как больно. Ноутейлу здесь, Ноутейл пытается. Кто же у кого здесь присосет? Но все-таки мы видим Ноуан посильнее. Его сифоны работают при поддержке свормов, но надо убегать. Сейчас Ноуан уворачивается от булыжника на развороте. Работает все еще. Экзорцизм прицепился к Флаю. Флаю могут быть траблы. Тут же у Джеракса могут быть траблы. Ну и Ноуан просто-напросто прогоняет всю команду. Всем еще задуть можно. Так, репликейт забегает. А булыжник потрачен. Сенкин врывается с ультимейтом. Проблемы у Ноутейла. Ноутейл погибает моментально. Фо! Старт получил, успел. Леха его заставить. Ничего не может сделать. Там Барт надо как-то добить. Он мешает очень сильно. Барт не добивает. Добили только сейчас. Ана уходит отсюда. Лил прогоняет остальных игроков команды. OG минус 2. И Лил загоняет еще Флая. Да, Флай тоже погибает. Минус 3. Великолепный файт. 15-3 вот, счет. Можно в грамотных действиях саппортов. Именно в первые пару минут игры. Ну а потом Нунчик, да, он играет тоже безошибочно. Поймали Джеракса, поймали Джеракса. Сайленс моментальный минус. Просто моментальный минус. Прыгает дальше. Ой-ой-ой, Паша. Паша нашел СПО, и там же Флай СПО ультует сразу, понимает, что чего не сметит. Паша, надо спрятаться, как-то постараться. Паша не может спрятаться, он погибает, там стоял центриват. Не спрячься никуда, слишком переагрессировал. Попытается еще убить Соло. Рамзес стоит, смотрит на это все, думает, с какой стороны нападать. Ну, и принято решение убегать. Соло получил булыжником по спине. Ноутейла, Ноутейл убивает Пашу. Паша спрятался, Соло. Есть еульчик у нас на Ану. Паша очень битый, есть курса, отличная курса. Пашу добивает, ну и Ана тут, кстати, неплохо дерется. Соло пошел в драку, Рамзес грыз вард. Поймали Ану, Ану бить, наверное, все-таки нет смысла. Хотя продолжает его пилить, в грызе с него Ана, маны не особо много. Не маны, извините, хп не особо много. Погибает Ана, в это время Рамзес развлекал Джеракса с Ноутейлом. Рамзес добивает по итогу все-таки Ноутейла. Первый раз Джеракс спас. Соперники ВП пошли искать свои жертвы. OG стоят там, где они должны стоять. Паша прыгивает в Флай. Незервард стоит на хайграунде. Его пока не убивают. Он очень много дэмэджа здесь нанесет. Это самый Незервард. Надо, наверное, все-таки отсюда постараться, может быть, ВП уйти. Но Ванна сейчас разложит. Да, но Ванна разбивает. Ошибочная драка может быть у ВП. И вы посмотрите, сколько, как они там наполучали-то. Очень серьезно получали. Лил и два живой. Рамзес огромные проблемы. Его убьют как минимум один раз, может быть, даже два. Рамзес погибает первый раз. Паша с ультимейтом. Очень больно ему опять-таки. Но Тейла убили. Прогоняют Флая. Флай погибает. Вот Cold Embrace. Лил отбегает. Почему Лил не стреляет в Cold Embrace? Я не знаю. Может, он не знает, что можно. Но окей. На самом деле, Лил продолжает дамажить. Лил по Ане еще много дэмджа может писать. Ана тоже здесь погибает. Он просто стал АФК. Он понимает, что он уже здесь не жилец. И ESPO остается последний. Минус 4. Но на самом деле потеряли ВП супер много здесь. Вышку справа. Потеряли. А OG, судя по всему, почувствовали вот эту силу в тимфайте. Заходят. Под экзорцизм не надо. Будут, не надо, наверное, под экзорцизм. Не надо под экзорцизм. СПО прыгнул, ультанул. Джеракс кастовался сейчас свой магнетайз. Надо как-то быстро убить. А Ноуана. Ноуан все-таки взлетает. В воздух его быстро не получилось. Фокусить. Ну от Коуша сыр. Он фуловый. Паша трусит эпицентром. Проседает очень сильно. Там едва живой уже Флай. Джераксу просто влетает несколько импетусов. Поймали Ноутейла. Его быстро убили. Флай отбегает отсюда. Его уже нашел Рамзес. Паша отошел отсюда. Ноуан дерется один против двоих. Ноуан, кстати, сейчас умрет. Ноуан погибает. Но в итоге размен 2 в 1 довольно неплохой для команды OG, но тут Лил. Но тут Лил пытается добить Джеракса, и Джеракс, может быть, даже уйдет. Но вот не уйдет СПО. Не уйдет СПО. Трипл килл делает Рамзес, и Джеракса добивает Паша вместе с Лилом. 4 в 1, Рамзес трипл килл. Ана по Рамзесу забирает Рамзеса, убивает мега килл. Ана пытается сделать тэп-аут, маны нет, и сделает тэп-аут. Ана, ай-яй-яй-яй-яй, карамба. Паша копает его, прячется сам. У Аны нет маны на вейп, поэтому Паша он не убьет. Летит сюда Виверна. Виверна сейчас может постараться засейвить Ану. У Лила сюда, Паша уже далеко отсюда. Лила подняли ветра. Будет ли битва за Лила? Там Паша, кстати, дерется на два фронта и идет на драку. Хороший камень по Паше. Не хотят его отпускать отсюда. И Паша здесь погибает. Да, здесь погибает СПО. СПО успел блинкануться. Будет ли погоня? Да, вот он Атос. И Джеракс тут же запрыгнул. СПО уже на лоу-граунде. Боже, что творит Джеракс? Это просто жесть. Он вытолкал СПО, но СПО все равно здесь не спасет уже ничего. Он пытается уйти, и Лил его, конечно, добивает вместе с Ноуаном. Рамзес за Ноутейлом. Бедный Ноутейл. Где этот Лил? Где этот Лил? Ладно, высасывает из Ноутейла жизнь. Ой-ой-ой, курса, кстати, хорошая. И Ноутейл, неужели выживет здесь Ноутейл? Нет, тут вот он Лил.
Лил всех слил, все нормально. Рамзес на хайграунде добивает флай, а байбека нету СФО. Есть экзорциз, нужно убить как-то крипов. Джеракс увел крипов на себя, и эта проблема, выкупается флай. Пошла атака по Т3 Тауру. ВП заходит на хайграунд, не планировали, но так вышло. Анна все это время продолжает сплит-пушить. OG всеми силами выкупает. Рамзес успеет чуть ультимейт. Сайленс по двоим, полетели импедсы по Ане. Анна убегает отсюда, СФО присосали с ним. Он Сайленс, СФО может умереть до ультимейта. СФО, есть колдембрейс. Паша стоит здесь рядом, будет кастовать ультимейт, сбили ему. Хорошая курса, сейчас от Фая. СФО юзает ультимейт, поднимает метральку к Паше. Паша выживает, проблемы. Но он убан, он погиб, он без байбека. Рамзес там тем временем забрал Джерекса, но это не тот герой. И улил огромные траблы. Улил огромнейшие траблы. Лил получает булыжник. Да, Лила у Морфинга достаточно уже ловкости, чтобы игнорировать вот эту вот пассивку. Natural. Оба без байбека. Оба без байбека. И Соло может сейчас первый раз в этой игре умереть. Соло. Поймали его. Соло. Но Соло не видно. Они... Видно, видно. Видно Соло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Три. Рамзес. Важнейший. Рамзес будет запрыгивать, ультанул СФО. Ультанул СФО, будет выигрывать время. Анна далеко отсюда. Анна сплитпушит на топ-линии. Анна постарается забрать Т3 или, может быть, даже бараки, если будет выигрывать время достаточно здесь его тиммейты. Нет, летит Анна сюда. Летит Анна сюда, но Ван прожал. Нуван прожимать БКБ здесь и пока что просто убегает. СФО его преследует. Ну будут. Нуван-то умрет. Нуван-то умрет здесь. Он включает, а улетел уже отсюда. Очень далеко отсюда. Рамзес. Сейчас как это получилось? Паша. Хорошо, хорошо с ультимейтом. Затрусил Джерекса, затрусил. Но Тейл не может никак ворваться. Анна едва живой, Анна едва живой, она проседает, потеряла Эгис. СФО, СФО убегает отсюда, но Тейлу просто наваливает Лил, подняли ветра. СФО едва живой, но Ван не догоняет, одного удара не хватает, надо задуть, а тут пошел уже дэмэдж по Паше. Паша прячется, а она Лил с Анной. ПВП довольно серьезное, но просто-напросто прыгает на свой репликейт, уходит отсюда, минус 4 ждать очередного Рошана, они хотят зайти подраться. Леш поставил Вард на хайгранд, прыгает Джерекс, улетает отсюда. Джерекс, поймали Джерекса, он если не вкатует магнитайт, будет проблема. Джерекса капнули, надо стан давать по таймингу, дают стан. Еще и мультика срабатывает, Джерекс погибает у драки без байбека, ошибка! Ошибка от Джесси Вайники, ну и нельзя так ошибаться. СФО ультует, ну и надо развлекать. Надо развлекать, Битра поднимает себя. No One, развлечения идут только в сторону Соло. Соло и рад, чтобы абсолютно все усилия тратили на него. Он супер жирный, он не против, да, гоняется за ним. Бэкдор тратит время, зря. Есть байбек у Анны, он может скоро выкупиться. Соло пытается отойти отсюда, Соло получает очень много дэмэджа. Бэкдор протекшн по-прежнему работает. Рамзес запрыгнул убивать людей. Рамзес разбивает пока только вард, там пошел экзорцизм. Бэкдор протекшн у нас пропал. Рамзес включает БКБ. Капнул Паша двоих, тут же Лил. Лил в курсе, а у Лила проблемы могут быть, если он сейчас умрет. Нет, Лил все-таки, погибает. Я думал, что выживет, но все-таки погиб и... Там откатывается также ультимейт у Брюмастера. Сейчас ворвется СФО со своей ультой в толпу Virtus.pro, как только у него откатится дайгер. Ну и проблемы могут быть. Лил не выкупается. Но Ван пытается суицидом своим разменять себя хотя бы на два барака. Но Ван райт-кликом не добивает барак. Но Ван и Лила потеряли, барак забрали. Очень много байбеков, денег и прочего. Как быстро-то потерял он свой Аэгис. Ардафатосом. Сейчас нужно, наверное, будет прожимать БКБ сразу же на Увану. Но пока он так оттолкнули его. И не могут зайти. СФО прыгнул. БКБ. Нет пока ультимейта. Он развлекает. Пошел у нас экзорцизм на развороте. Рамзес отгоняет Анну. Ане очень больно. Анну убивать такая вся идея. Надо как-то постараться остальных. Соло бегает, бафает своих тиммейтов. Проблема у Нувана. Сейчас может умереть. Затыкает на хайграунд. Едва живой. Ветра поднялся. Брюмастерята пытается драться. Остался только один брюмастерята. Его добивает. Сейчас Рамзес, скорее всего, умрет. СФО. Да, СФО умирает. Есть байбек. Есть байбек. Флай умирает тоже. Тут же байбек делается. Соло забегает, сбивает линку. Ане. Она развлекается. Соло. Соло проблема. Джерекс прыгнул. Соло уже далеко отсюда. Врывается Анна. Слишком может быть далеко. Врывается Анна, пытается дальше бить Соло. Тем временем драка-то ушла уже далеко отсюда. Соло разворачивается, героически принимает удар на себя, понимает, что уже позицию. Его команду грамотную в елках. Так, ворвались, копнули СФО моментально, разбили ему об голову Абиса, но не убьет, потому что он успеет ультун. Маны не хватит, у него маны просто у него не хватит. У него есть стики. Стики юзнул, БКБ юзает ультимейт, второй башни прошел, и у Рамзеса могут быть проблемы. Анна наваливает по Рамзесу, Паше сбили ультимейт, Анну отогнали отсюда, но Ван пытается засадить Пашу, подняли ветра здесь. Флай, к сожалению, здесь не жилец. Флай погибает, но Ван делает даблкил. Два байбека могли бы сделать уже, если бы у них были деньги, но их нет. Рамзес. Форстап добивает Рамзес. Все-таки Анна. И погоня пошла за Паш. Сейчас закончится ультимейт у Бримастера. Здесь пришел Нуван. Бримастер едва живой. Сайн запрыгнул. Умер. Паша тоже погиб. Валяется гема. Они кому нужны. Джеракс дерется вместе с Анной. Анна просто очень много дэмэджа наносит. Но этого может не хватить для того, чтобы разобраться с командой Virtus.pro. Байбек сделал Паш. Он возвращается. Анна. И наваливает по нему. Очень больно Лил.
петусами. Она спрятался в леса, надо как-то сбить. И я вижу, но не хватает. Вам, ну, No One, минивший выезнул, а ну отогнали. Поставили Незервар, но One получал очень сильно, включает БКБ. Дэмэджа неплохо заехала, прыгает Паша, пытается мансить Джерекса. Джерекса убили и потратили на него Cold Embrace. Джерекс тут же делает байбэк. Она пытается подраться с несколькими героями команды Virtus.pro одновременно. Отгоняют его, собственно, от своих тиммейтов Паша и Соло. Ну и No One. Закончился. Так, прыгнули. Хороший эпицентр, очень хороший эпицентр. Не хватает немножко демджа. Ана едва живой, Ану прогоняет Лилу, очень сильно наваливает по Ане. Ана улетает оттуда, живы по-прежнему все герои команды Virtus.pro. Мало здоровья остается у героев команды LG. Но Тео пытается жить каким-то чудом. No One, как он вообще живет? Только сейчас он погибает. 100 секунд его не будет. Байбек сделал, но Тео скоро вернется. Драка продолжается. Соло тоже, скорее всего, умрет. Бараки стоят, они опять отбиваются. И за Пашей еще гонится Джерекс. Паша в сайленсе. Скоро он выкопается отсюда и будет бежать. Но они опять отбились. Они опять потратили байбек. Просто фантастика. Какая-то невероятная. Порядок так выживаемости, помимо этого. Они идут. Скоро он сможет купить Линкер. Они идут на Морфа с дабл демеджем. Морф дабл демеджем. Влетает. ТП не будет. Морфа прыгнули. Эспо ультует. Рамзес пошел за мест. БКБ. Очень больно. Сейчас Ани, но он выживает. Здесь поехали. Импет все от Лила. Лил зашел из подветренной. На Лила переключили внимание. Пытается быстро убить Лила. Лил фолстап. Паша здесь же. Паса спрятался. Лил выживает. Спрятался в глиммер. Драка пошла. Экзорцизм заюзан. Очень битый морф. Спрятали его, чтобы отхилить. Паша в кастовый ультимейт. Паша в кастовый ультимейт абсолютно в никуда. Прыгает далеко. Паша хорошо. Двух саппортов. Неплохо демеджа он там вписывает. Но вот тут Паша продолжает развлекаться с тремя. No One, надо хоть кого-то попытаться зафокусить. Никого не могут зафокусить. Все в рассыпную. Паша дерется с ноутейлом. Ловит там СФО. СФО можно поймать. Нужно даже его поймать. Паша копает очень битый. Паша. СФО разбивает его. 110 секунд. 110 секунд не будет. Но... Что дальше? Гем дропнул. Ну, Соло, куда ты, Леха? Леха очень хочет выиграть. Леха кушает сыр, толкает его вперед. Надо помогать как-то, потому что умрет опять-таки Соло. Он очень важен. Прыгает Рамзес. Соло на развороте пошел драться. Забрали. Но Тейла не будет его 120 секунд. Рамзес бегает здесь. Соло по-прежнему впитывает абсолютно весь демедж, который вписывает Ана на протяжении последних минут двух. Копнули Ану. Ана. Много импетуса получает. Улетает отсюда. Будет ли гнать его Лил или забьет на него. Отхиливают Ану. Втроем остались OG. Два саппорта и Ана. Рейдбосс главный. Остается и пошел демедж от Лила. Копает Паша, забрали Ану. Тут же байбек. Летает ветрах Джерекс. Надо убивать как-то флая. Стоят бараки. Да ну не говорите мне, что они опять отбились. Отступают. Не говорите мне, что они опять отбились. Это просто какая-то жесть. 63-я минута, понятное дело, сайленс на Ану, не иди сюда, ему говорят. Ану из-за этой иллюзии сбрасывает сайленс, ну и последний барак остается у команды OG. Последний барак, Паша копает крипов, надо как-то помочь No One с этим бараком, то что его сейчас будут прогонять отсюда. No One очень больно, БКБ включает No One, No One пытается уйти, Ана бьет его, тут же прыгает Рамзес, забирает флая. No One еще каким-то чудом жил, ну и надо как-то забашить здесь. No One погибает, Ану забашит, ультимейт, Ана жив. Импетус не добьет, он от Регениса, который 45 минут отбивается на базе, выходит в атаку. И будут выбивать байбаки из ВП. Соло ворвались на него. Ана бьет тавер. Получил стан. Мультикат хорошо срабатывает. Четверной. Эспо отпрыгивает. Ана продолжает бить здание. Это самое главное. Это второй Т3 тавер, который может упасть. Ана стоит здесь. Джерекс прыгнул. Сейвит. Джерекс укатывается отсюда, но недалеко. Но One вовремя оказался. Ана заберет бараки, скорее всего. Ана должен забрать бараки. Они просто-напросто не смогут его сдержать. Ана уже ушел отсюда. Нет, все-таки не заберет бараки. У него нет байбека. Он понимает, что может получить какой-то лишний башек и просто проиграть игру для своей команды. Очень важный момент. То, что нет Лила. Бегает ВП, пытается убить Брюмастеренка. Хотя бы одного Брюмастеренка убьют. Рамзес погибает, теряет Аегис ни за что. Должны были Подходит дождаться Лила. Лил. Должны были дождаться Лила. Сбили Линку. Ана влетает на Рамзес, начинает его месить. Рамзес будет наносить демедж. Паша ворвался очень хорошо. Сайленс и Флай. Флай не может никак помочь своей команде. Паша продолжает развлекать людей. Поднял ветра. Забрали у нас Джерекса. Джерекса не будет. Флай в сайленсе. Флай тоже не будет. Прыгнули на Нутейла. Нутейл едва живой. Заныкался. Паша пытается сжечь его. Тут же Клай пошел. Нутейл зажигает Нутейла. Нутейл с байбеком. Надо тут же его делать. Тут же его делать надо. Бараки на топе надо добивать. Не Т4. Бараки добить, чтобы были мега-крипы, будет намного проще. Один барак остался. Есть глиф. Юзают. Будут драться до конца. Втроем остались игроки команды OG. Втроем продолжает драться. Соло просто пошел в лицо. Смотреть, полетели импетус. Очень больно делает. На СФО прыгнули. СФО в БКБ. Но СФО погибнет сейчас. СФО едва живой. СФО спрятали его. Погиб. Байбек тут же сделал. Ана один против всех дерется. Разбили в голову Абиса Ноутейлу. Забрали Ноутейла. Ноутейл не сможет уже выкупиться. Тут только Ана остался. Ана баш. Ана погибает все-таки. Здесь good game, well played. 2-0 Virtus.pro.
офигительная дота, простите меня за выражение. Я просто очень завидую всем тем, кто сидел до 7 утра и это смотрел. Вы огромные молодцы. Да, наконец-то на 68-й минуте удается Virtus.pro таки додавить своего оппонента. Но я могу сказать, что эта серия определенно перебила все предыдущие серии по зрелищности. Отличная игра от Virtus.pro. Браво.